Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы будем делать эволюцию и прокачивать нашего огнекрыла, на которого вы уже обзорчик увидели. Я надеюсь, если не видели, то увидите уже здесь его в действии. Герой реально просто мега крутой. По урону, не знаю, по всему. Вот здесь тоже у нас поменяли интерфейс эволюции, о чем мы говорили. То есть вот здесь анимация поменялась. Вы можете выбрать за карту. И вот нажимаем 263 книги. Получить успех. Перейти. Рог дракона. Вот так вот называется его снаряга. Так, получить книги. Побежали. Прокачивать его. Так, по рунам у нас просвет. Я прокачал немножко. Снаряга есть. Побежали. Улучшить. Улучшаем до 20 уровня. Так, сейчас книги немножко используем. Так, максимально. Опять требует. Делаем аугментацию. Есть. Сделали аугментацию. Ролим созвездие. Думаю его собрать, потестить изначально сейчас на уклонение. Посмотреть, что получится. Потом уже будем дальше тестировать. Так. Первое уклонение есть. Крит. Крит тоже интересная вещь. Но сначала наролим хотя бы 4 уклонения, чтобы посмотреть, насколько он будет универсальным. Потом, возможно, я все-таки соберу его на максимальный урон, потестить, что он может. Но по дамагу реально герой очень жесткий. Ну давай, где уклонение пятое? Всякую херню дают. Жесть какая-то. Так не люблю вот это вот делать. Выпадают пятерки. Каждый раз приходится ждать пару секунд, чтобы обновилась кнопочка. И чем больше у вас свободных ячеек, тем дольше. Да, уклонение, как видите, вообще хреновенько падает. Ну давай, давай, давай. Где тут уклон? Не хочет, не хочет. Просто жесть какая-то. Выпало одно уклонение пятое, и мы уже не знаю сколько минут пытаемся хотя бы еще одно словить. Ну такая должна быть прокачка героев. Так, герой, кстати, автопрокер. Вот еще одно сейчас будет побыстрее. Что очень радует, можно будет использовать его на багажке. Судя по тому, как я ему поставил ремку, и он подошел к цели. Еще ее не бил, а уже включился скилл. Соответственно, он автопрокер. Будет вариант прокачивать его на битву гильдий. Думаю, я уже второго сделаю завтра. Если будет опять акция. Либо осколками соберу. Как бы это не к спеху. Все равно битва гильдии зависит от общей силы гильдии. Жесть, как долго ролится созвездие. Так,
Обнова интересная. Камней набил. Буду делать шестые руны. Правда, не знаю еще какие. Так, ну давай, давай, давай. Не хочет падать, сволочь. Четверки. Ну где пятерки все? Что за разводняк? Дали бы возможность по бырику ролить. Вот еще одна пятерочка. Ну сейчас будет попроще уже. Да, у него 3000 уклонения дополнительно. Это, в принципе, очень, очень нехреновый бонус, я вам скажу. По нему хрен попадешь. Единственное, будет убиваться опять от ту же самую отражалку, но... Думаю, до того, как он убьется, он нормально урона нанесет. Так, крит удар. Атака. Не хотят уклонения падая падать. Так, вот есть еще одно уклонение. Сейчас будет побыстрее все. Или нет? Так, крит удар. Уклонение троечка. Вот как видите, очень плохо, что чары ролятся, что созвездие. Так, крит удар. Крит сопротивление, жизнь. Ну давай. Не знаю, сколько мы там уже, 1030 самую слили. Это нормально для уклонения. Это вполне нормально. Жесть просто. Я представляю, что там будет с последней, чтобы выролить. Ну, бывало и по 200 тысяч уходило на прокачку всех уклонений. Ну давай уже. Интересно будет посмотреть на него, когда на него будет 12-й скилл. Он сейчас, блин, столько урона уже наносит, что просто ужас. А что дальше будет, я просто боюсь представить, когда у него поднимутся основные все базовые статистики. Статы, точнее, не статистики. Так, ну давай, 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 давай. Есть, наконец-то. Есть пятая, побежали ролить. Либо крит. Атака. Ну, атака нам не нужна однозначно. Надо крит. Чтобы хоть чуть-чуть крита было. И тут уже проще. Вот, все. Собрали мы его, ребята. Поменять. Ставим чары выпад. У меня был уже на смене приготовленный. Так, давайте сейчас так по бырику поролим какую-то пятерочку. Может, доспех упадет. Так, победный выпад. Давайте коробочки пооткрываем. Так, не то. Не то. Ну, а с коробочек, как обычно, четверки падают. Очищающий удар. Ладно, пусть будет очищающий. Так, смотрим. Докачиваем его теперь.
Дальше. И посмотрим на него уже в такой сборочке, когда он будет иметь уклонений нормально. Так, все, все книги почти потратили. У меня волны есть. Сейчас быстренько, пока у нас есть просвет, на волнах его докачаем до 200-го. И пойдем тестировать по локациям. С талантиком я, честно говоря, пока в заблуждении вообще, что ему ставить. Есть вариант поставить каменку, чтобы он вообще не убивался, он себя отхиливать будет, его хрен сольешь с уклонением. Есть, ну, Фрейя единственная, кто может поднасрать. Также есть варианты на атаку собрать полностью. Посмотрим. Из грубой силы хочется потестить его. Так, какой там 195 уже. Докачиваем до максималки его. Как хорошо, что теперь даются плюшки 196 за то, что ты пропускаешь, допустим, там у тебя не получилось, пропустил, тебе все равно дают карты. Карты там разные, плюшки, кагашки и прочее, это очень хорошо. Не у всех есть возможность все время перебывать в игре, каждый день фармить. Так, 199-й. Еще чуть-чуть. Все, 200-й. Так, есть, ставим его в топорик. Или давайте на максимальное уклонение сначала потестируем. Заменить. Так, ставим сюда слона. Все, он собран сейчас на уклонение. Поехали, посмотрим, что это будет. Вот смотрите, по поводу автопрока, он сейчас не долетит, а умение уже его активировалось, то он даже не бил, а умение уже активировано. Вот смотрите, ну Фрейя сливает однозначно, то есть против Фрейи не вариант. Что у него по статам? 171 тысяча на первую эволюцию, это уже очень круто. Ну, как видите, ремка здесь не особо спасает. Так, ну-ка попробуем тут. Смотрите, что с забором делается. Это просто жесть. Это первая эволюция. Ну, что-то по урону как-то пока непонятно. Ну, то, что он вокруг себя все сносит, если он будет зарываться в пачку, это будет просто жесть. Так, смотрим тут. Ну, забор просто шатается. Стрелок ему, по сути, ничего сделать не может. Так, Гаргул. Да, он Гаргула там один на один сам ушатается в воду. Ладно. Давайте тут попробуем. Вот тут будет поинтереснее, думаю. Стрелка нету. Смотрите, что с забором. То есть, если получается его огненная, это... Все, забор с двух плюх улетает сразу. Супер просто. Нифига себе, какой там урон прошел. Так, мы сейчас потащили ворожая сюда. Смотрите, блядь. По-моему, ребята, это жесть. Даже хранитель мы били по щиту, и хранителя мы не убились. Отлично. Просто жесть, что он делает на первой эволюции. Я в шоке. Вот это кайф герой. Причем его можно будет собрать без доната со временем. Реально круто смотрится. Вот смотрите урон. Я хренею просто. Отхил. Да он... Но Фрейю паралич наложил, и Фрейя ни хрена тоже сделать не может практически. Офигеть. Супер. Я не знаю. Давайте потестим его где-то в подземках, что ли. Давайте подземка. Там давайте жестокая, да? Вот тут мы всегда тестируем героев. Ну, форма 100% восстанавливает. Сразу восстанавливает, причем отлично.
Ну, не знаю, ребят, смотрите, что он делает. Отхила, конечно, у него сейчас тут нет, он на уклонение собран. 245 тысяч себе залпом восстановил, и все. А попробуй его убей. Отлично. Не знаю, мне нравится этот герой. Вы уже пишите в комментах, как вам такая фигня. Как, по-моему, круто. Давайте делаем вторую эволюцию. ККшек у меня хватает. Эволюционировать. Есть. Вот вторая эволюция у нас. Давайте соберем. Так, заберем книги сейчас. Получить все окей. Сейчас его прокачаем быстренько. Ну, это круто. Я его соберу изначально, наверное, на урон. Посмотреть, что он может. Так, 180 усовершенствовать. 186. Сейчас мы его тут докачаем, сколько сможем. И потестируем уже на второй эволюции. Посмотрим на его урон и что он может. Это он у нас просто 10-10. Сейчас ремку уберем, поставим грубую силу для урона. Ну, это, как по мне, просто имба-герой новый. Так, какой он там у нас уже? 191. Давайте тут сейчас быстренько подсольем. Знаю. Мне он очень зашел. Не знаю, как вам. Но, учитывая то, какой там Некрос и прочие герои, это очень-очень офигенный и универсальный герой будет. Очень много урона, очень много всяких ништячков у него в нем. Я не знаю даже, то есть он разноплановый, иммунный, все что хочешь. Ну, как по мне, очень круто. Быстрый набор энергии, восстановление. Ну, это действительно действительно кайфовый герой. И плюс IGG за то, что они сделали его без донатным. То есть можно получить за донат и можно собрать с лабиринта. Вот теперь вот все будут фармить лабиринт нормально по максимуму, чтобы его собрать. Конечно, у некоторых будут проблемы без донатов с этим, но, ребят, рано или поздно его все равно соберут. Думаю, его осколки будут и так по акциям каким-то давать бесплатно. Посмотрим уже. Ну а пока я не знаю. Очень-очень все круто. Игра катится непонятно куда. Забудьте про все ваши предыдущие прокачки. Эра драконов настала. Все есть, отлично. 198, добиваем последние левела, идем дальше его тестить. Так, 199 последний левел добиваем. Остаемся полностью без книг. Все книги я свои уже потратил, как обычно. Все, есть. Есть вот такой вот у нас получился герой. Жизни 301 301. Нехило так. Атаки 9222, но атака поднимется за счет просветов. Собираем его на урон. Так, это мы потом сделаем рунами. Так, давайте снимем грубую силу. На ком она там стоит?
В общем, ребят, я не знаю, пишите комменты, как вам это обнова, но, как по мне, реально достойная. А то, что шестые руны за донат, ну, это такое, тут ничего уже не сделаешь. Но остальное, как по мне, реально топово сделали, постарались. Так, вставить, а что вставлять, снять эмблема, управление, преобразовать, пятерочка, преобразовать, окей. Ставим пятерку, вставить, есть. Побежали тестить в рейде. Потом уже сделаем полноценный обзор с талантом. Ну, смотрим. Смотрим, что сейчас будет с героями. Или не будет. Кто-то уже сдох. Так, череп. Ну что, череп ушатает его? Да череп просто попасть не может. Давай, череп. Вот смотрите, хоп, себя восстановил полностью все жизни. Ну, я не знаю, с ним тоже будет очень сложно воевать. По нему попасть сложно, и плюс он себя хиляет сразу же. Все, все герои слились, остался только череп. Вот с черепом он может будет долго воевать, потому что он не снимает. Не, я все равно ушатал. Посмотрите на урон. Это без прокачки, это просто еще можно плюс 90% урона ему добавить, и он просто будет все шатать. Круто. Вот сейчас он где-то поджиг сделает, да, вот так он по зоне бьет. ПВП-шный герой однозначно для ПВП-локаций. Сейчас посмотрим, что тут Фрея. Так, ну, просто жесть. Так, смотрим. Ну, Фрея должна его ушатать. Конечно, миссает. Ну, вот видите, его ушатало. Против Фреи нет приема, это реально нет. Один на один Фрея выносит. Можно, конечно, есть варианты затащить, но... Стрелок, смотрите, что с забором. Ну, просто жесть. Вот теперь будет весело на битве гильдии. Единственное, меня радует то, что он автопрокер. Надо будет попробовать собрать его с воодушевлением. Посмотреть, что он сможет сделать. Так, ну что тут? Да просто пипец. Просто жесть. Ну там еле с тыковкой с разгоном ушатали. Ну смотрите, он стрелка. Ну то есть, не знаю, ребят. Пишите уже комменты. Сделаю уже полноценный обзорчик на максимальную прокачку. Ну а пока вот так вот показал вам, как его прокачивать. Просто имбище. Все, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем пока.